Минсельхоз Чувашии подвел итоги 11-й межрегиональной отраслевой выставки «Картофель-2019». Сегодня это единственная отраслевая выставка в индустрии картофелеводства в России. Участниками выставки, которая проходила в Чебоксарах 28 февраля и 1 марта, стали около 90 компаний из 21 региона России и Республики Беларусь. На выставке презентовали более 100 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции. В деловой программе участвовали более 500 человек из 37 регионов России. В рамках программы состоялась дегустация блюд из картофеля, прошли научно-практическая конференция и круглые столы. Всего за время работы выставки реализовано 54 тонны семенного картофеля.